Дасса, сегодня, спустя год, мы вернем Train в CS 2. И что самое главное, проверим спустя пару месяцев, как изменился наш скилл, и сыграем один на один. Подписывайтесь на канал, погнали. Мы с тобой играем только на А, и ненавижу, честно Train. Скажу, я не знаю, я его обожаю. Я так скучаю по этой карте. Не люблю эту Почему? Карту. Почему? Не знаю, мне она Это не самая лучшая карта, как по мне, которая вообще когда-либо была. А ты что, дигл купил? Ну я мужчина, конечно. А, мужчина, ну не. А чё не твой вот этот, который... Как он называется, ты понял? Ага, как, кто? А я не помню, ну поверхностная закалка, которая... А я его не ставил просто. А, ну ладно, давай, я дигл взял, чтобы было все честно, только свой, красивый. Так уж и быть, сейчас выйду и тебя с одного шота уберу. Ты куда пачку ставишь? Но оп, ты, я хорошо, тебя тогда, да, Train это офигенная карта тем, что тут реально ты везде можешь оказаться. Так, ладно, время диглов прошло, поэтому, ну давай, нормальное давай, оружие, вот так, да, покупаю? Вот. Ну да, адекватное, нормально, авик, идем на стоп, чекаем мейн. Подожди, ты реально с авиком сейчас будешь играть? Ну, естественно, то есть настолько, настолько я ботинок, да, ты бояться будешь так, заходить? А мы играем, ну, только на А, да, окей, окей, но окей. У тебя типа три выхода. Ты можешь через это апдаун выйти, через сотку. Апдаун ты где? Это вот как раз где ты выходил. Как он, чоп называется, вроде адекватно. Где я выходил? Да. В смысле? Ну где ты вот сейчас находишься, вон там вот. Где сейчас нахожусь? Да. Тупой. Сука. А что, ты с читами играешь снова? Я? Нет, я услышал. Откуда? Просто. Нет. Как ты услышал, я на шифте шел, Вась. Нет, ты там один раз в моменте ты топнул. Ну а еще краем уха я услышал то, что на кейс-ханте вышли новые кейсы. И выбить их вы можете совершенно бесплатно, введя мой промокод Ураган, который даст вам бонус ролл, и в нем можно получить 4 бесплатные позиции, такие как кейс, скин, рубли на баланс и проценты к пополнению. Сегодня мне подфартило, но насколько я помню, да, это не новый кейс, поэтому в принципе не важно. Мы идем вот к этим осенним кейсам. И давай откроем вот такого вот дракона. Выбиваем отсюда петух за 1200 рублей. И думаю, что его можно закинуть на X5. Нет, на вот такой вот дигл хочу. 20% и, к сожалению, не залетел. Но если что, тут есть система кэшбэка, которая вернет вам до 75% от изначальной стоимости скина. Допустим, мне вернулось 70%. Я также могу этот кейс использовать в апгрейде. Либо по приколу закинуть с другими в контракт, где из нескольких пушек делается всего лишь одна, и ценник ее зависит от вашей удачи. Поэтому досматривайте ролик до конца и залетайте на кейс хан, чтобы открыть новые кейсы. Ссылочка и промокод ждут вас в описании. Ты не опять он с читами играет, а? Нет. Нет. Без читов вообще, это честная битва один на один, понимаешь? Да, конечно. И сейчас он будет весь ролик спихивать на то, что я играю с говном. Ты не мог сказать, где я. Ты не ну мог. Я же сказал. И сейчас на шифте идет прям с самого старта. Да. Ой-ой-ой. Фейкуй. Давай. Но нормально? Почему? Не понимаю, он меня лагает. А что ты только вот сюда вот идешь? Там ну много выходов. Зелень, я знаю, допустим, мне нравится еще так что-то. Я делаю, как чувствую, понимаешь? Ладно, хорошо, я просто буду закидывать молик, и оттуда ты больше не выйдешь. Да без проблем вообще. Я вообще не оттуда, я через мейн вышел вообще-то сейчас. Это не мейн. Вон там, где ты был. Короче, потом запись посмотришь и поймешь. Ладно, без проблем. Я вышел сначала из мейна и побежал в сторону поп-дога. Ладно, смотри. А, точно, вот! Поп-дог это называется. Вот оно что. Но я убью тебя сегодня, раньше хп. Не, я вообще как овощ играю максимально, я не знаю почему. 4-1, я когда тебя убил. Когда в это поп-доге был ты. А, точно, я уже забыл. Доброе утро, как у тебя дела? Нормально, 2 минуты назад было это. Нормально, у тебя как? Да тоже бис. Ну вот и поговорили. Не, кстати, вот цвет прям CS 2, который. Но вот мапа, вот жаль то, что она реально импортнутая. Я очень надеюсь, что совсем скоро они переработают эту карту. И будет нормальный трейн. Олег, ну выходи. Да иди оттуда. Выйди из мака. Да почему ты бред же, какой вообще? Ну максимально. Не, я слышь, я реально, я давно не играл в CS. Я тоже, перешел, клянусь. Я встал на сторону дедлока, реально, я не знаю, все, я в CS вообще, ну, типа, стал сколько, резко играть. Подожди, shift-up нажми, а, нет, здесь не показывается. Мне интересно просто, сколько у тебя часов за последние 2 недели в CS? Кажется, максимум 2 часа, и то это из-за того, что мы записывали CS, а так, чтобы именно играть, вообще нет. Я понял, я перенасытился фармом просто. Факт, вот этих, огромный все. Факт, я уже просто играть не мог. Но я...
Все, вырубай ты давай, все, поиграли. Начинается. Да не, ну честно скажу, это вообще не камень в твой огород, но как будто бы даже читы использовать уже не нужно. Ну не-не-не, это всего лишь там маленький вкид, ну ничего больше. Как мы заговорили-то, ничего себе. Да гандон просто. Как мы заговорили. Так, ну по факту же говорю, по факту. Ну давай, давай. Ну чё ты, где там? Я сплю. Ты врёшь. Почему? Давай там за гаражами ходить, слышишь? Какими гаражами? За теми самыми. Да сидит что-то, рассказывает, там на шифте идет, притворяется. Ну за гаражами, хватит сидеть там. Какими гаражами? Ну за теми самыми. Иди пачку поставь просто и все. Я минуту еще, я не тороплюсь. Ладно, без проблем, хорошо. Постой на месте. Пожди, фиг знает чего. А ну подожди, что у меня написано? Обнаружив запах гари и все. Нет, вот я даже не знаю, не вспомню, где это находится. Так а я тоже это первый раз увидел. И что, ты пачку ставить сегодня будешь? Хватит, ну может хватит, а? Олег, направо посмотри. Там я ничего не видел еще. Я тоже. И что ты делаешь? В смысле, что я делаю? Олег, ну хватит притворяться, пожалуйста. Я не понимаю, что о чем вообще говорит. Ну хватит, ну не притворяйся. Ну ты вообще типа или че? Что ты понимал? Типа... Я весь раунд сидел в сотке, я думал, ты назад пойдешь. Потом в моменте перед тем, как ты ставить что пачку, такое сотка? Пошел. Тот мейн, как раз который ты выходишь, вот этот вот. А ну нет, я хочу вот этот все-таки план реализовать, поэтому очень сильно надеюсь, что ты сейчас поступишь, ну как я планирую. Пожалуйста, Олег, сделай вот как у меня в голове сейчас, пожалуйста. Конечно, обязательно, сэр. Сейчас все, что мне нужно, это вот, ну, вот так вот сделать. Отлично. Давай, и теперь давай, еще давай. Очень малое действие, и все. Какое же? Это какое действие? Скажи, брат. Ну, просто, чтобы я заранее просто сразу понимал, на что вообще надеяться или не надеяться. Ты тупой? Откуда? Вот тут я в углу стоял, вот здесь вот. Я знал, я знал! Я гений! Не, опять он читы включил. Ноль. Свой чит посмотри. Ноль читов. Ну, ты включил и выключил свой чит. Я жопу ставлю, что у меня ноль читов. Ее давно нету уже, тебе нечего ставить. Есть. Да что ты говоришь? Ты проверила свой чит? Когда? Когда? Не было такого. Как я тебе проверю, ты хост. Так свой чит просто напиши и все. Да, я стрелял сейчас. Ах ты. И он мне говорил что-то, то что... Вот а мне можно, авику. А мне можно, почему? А мне можно. Ты в КС играешь лучше. Что? Нет, ни... я сколько уже не играл в эту игру? Сколько? 10 минут? Ну нет. Я, ну смотри, после фарма реально можно на одной руке посчитать катки, сколько я сыграл. Я очень мало начал играть. И чё? Ну и то, что ну скиллочек-то просел. Ты сильнее в моменте. Да, по-моему, вот так вот, да? Да-да-да, вот именно вот так стреляй. Ну нет, чуть правее как будто тебе нужно идти, Олег. Вот еще чуть правее иди. Ага. Вот, и почти ты на месте. Ага. И чё ты? Ничего я. Ну все, ну хорош фаниться. Давай выходи. Через зелень пойду. Гандон! Я думал, ты реально уйдешь, я спущусь и убью. Думал, я тебя не увидел. Ну тогда. Ты, ох, по идее, боком уходил от меня, не? Ну, краем глазика-то увидел, понимаешь, да? Вот это вот слепая зона. 16 на 9, ебуная. Ладно, ладно, хорошо. Сейчас берем вот это вот самое. И вот так ты точно не выиграешь. Уверен. 100%. У меня на трейне 85% побед в CSGO было. Ну вот, и что-то против меня еще играет, нормально? Ну, это CSGO, понимаешь? Блять. Ни хрена ты опасный. А я рядом был? А, вообще нет? Нет. Типа надо чутка левее. Я не помню, получать. Куда стрелять. Да, я тоже, я никогда вот этой фигней не страдал. Поэтому переходим на сторону Т. И вот сейчас, только вот, не, подожди, ничего не начнется, потому что я забыл смоки. Я помню, от тени давались где-то вот здесь вот и вон там вот. Ладно, подожди, да, я сейчас куплю. На всякий случай попробую. Может, куда-то да попаду. А ну, вот по идее, я должен встать куда-то вот сюда вот. И вот по вот этим вот. Нет. Или вот так вот. Короче, по идее, вот так я должен кинуть. Ой. Ты дурак? Ты зачем этот купил? Револьвер. Но ну, ты почти. Тупой, ты выходишь, сразу в голову даешь. Я тебе в голову дал? Да, Вася. Да ты тут плохо испугал меня, думал, ты слева выйдешь. Тогда я заговаривал максимально. Ладно, берем вот это секретное оружие и идем тебя ебать. Надоело реально уже с твоими этими смоками, там все я знаю. Киберспорт, что поделать? Я коэсер, ну... Я нет, я точно не коэсер сейчас уже. Я дедлокер. Дедлокер? Ладно, без проблем. Два лайка собираем, снимаем дедлок. Нет. Не, ну это тип бешеный просто. Револьвером там вышел, да? Гандон, я думал, ты там останешься чекать. Суки! Ладно, ладно, хорошо, сейчас все будет. Да, конечно, Бату проигрывать 5D, выигрывать, ну, конечно, странно. Бату? Вообще, честно. Кто бот? Ну, я говорю то, что ты выигрываешь меня с счетом 5D, хотя должен там вообще в ноль закрывать. Еще Вась. Я нет, я...
Я тоже не кэсер. Да, конечно. Не кэсер он. То, что тогда, по жизни. Блядь, ну, и где ты сел? Выйдешь вообще сегодня когда-нибудь на плент или нет? Зачем мне это? Действительно, понимаю, нормально. Пожалуйста, я тебе не знаю, где ты. Можешь выйти уже, пожалуйста? Я вот вижу, как ты сейчас обходишь меня через мейн. Ага. С эмкой. И все. Ты тупой? Взял, стрельнул. Вырубай. Не, все, я не играю так. Вырубай 4 реально. Ну все, как ты мог это узнать? Так я обошел, Олег. Кто-то обошел. Ну, куда ты в угол забился-то? Вот смотри, я сейчас по левую сторону от тебя. Ты понимаешь это? По левую, Олег, по левую. Да, вот на вот слева я сейчас. Вот сюда. Ты... Да, Олег, ну не там я. Ты тупой? О. Как ты? Я увидел, как ты залез в поп-дог. А ну подожди, вот так вот славлю. Не славлю, ладно, без проблем. О, я, блядь, 40 минут просто целился. Не, ладно, я свой чит срубил. Он я пролетел в мейн, обошел, вижу, как ты в поп-дог. Я думал, сейчас на нож возьму. И что, вот это честно, по-твоему? Ну, да не, ну а что ты на меня гонишь? Я подрубил капельку и все. Ну вот и все, пожалуйста. Да тут и так понятно, что будет. Так ты сам это сказал-то, что ну того... Как, так, алло, это честная была вот до этого. Один раунд с софтом. О, он уволен в таверну, отправлен сразу. Сейчас все будет, ладно, без сейчас проблем. Сейчас я читы включу, сейчас все нет, будет. Нет, нет, я один раз всего лишь пролетел, и все это. Да. Ради шутки было сделано, чтобы тебя на нож взять. Все, больше я такой фигней страдать не буду. Да, я тебя ставлю не верю. Жопу. И ты делал уже такое, когда еще один раз угадал там в прошлый раз, в начале. Так нет, там реально без понятно. Софта было. Да, да, да. Так да, ты да, же увидишь да, ролик и поймешь, да, то, что да, я все да, честно делал. Это, ну, вырежешь. Твое эго... Нет. Вырежешь монтаж, вырежешь монтаж. А ну иди на стоп. Да как? Да ты вообще... Читы? Да, а им лок, хак. Все, мне два раунда взять, и в принципе отлично, все хорошо. Вот ладно, еще раз я хочу вот эту вот штуку попробовать блин, сделать. Блин, я не знаю, я вообще не чувствую оружие, рук вообще. Это ужасно. Очень даже, как это сказать. Ну я, короче, солидарен полностью, потому что когда я ночью захожу от нефиг делать, вот то же самое у меня. Подожди, по идее. Все-таки заходишь вот здесь, по ночам вот, и играешь. Ну у меня каток, ну 5 от силы есть. Вроде как это дается вот так, только я не помню, куда этот смог лететь, поэтому очень надеюсь, что куда. Куда-то я допопал. Да, только не забывай. А вот куда смог прилетел, скажи, пожалуйста. На поп-дог. Реально? Да. Я говнул. Ладно, я не помню, просто я помню из поп-дога в коннектор смог. Хотя нет, не помню. Там по каким-то двум кирпичикам, короче, целиться надо. И в принципе все. И чё все? Ну я сейчас просто стою, жду, пока ты мейн запушишь мне и все. Ладно, я слышу сейчас генератор. На какой три... Трей нет, сказал. Я случайно кликнул. Если бы я не задел вот этой мышкой клавиатуру, я бы даже не спалился. Ясно, ладно, понятно, хорошо. Берем дигл и погнали. Сыч какой! Бля, ну ты и гандон, ладно, без проблем, хорошо. Я думал, ты уже отчаялся, просто бежишь меня пушить тупую, и все, ну точно не съем. Гандончик на нож. Блин, а как я промахнулся, мне интересно. Как ты с дигла не убил меня тоже? Не, я и не пытался прям, ну, того жестко поставить. Я чисто вантапчиком пытался. Ну ладно, вот сейчас я тебя буду сажать на Зевс. Готов, Олег? Да не, подожди, ты... Бывает такое, в принципе, я очень рад, то, что мы да вернулись бред, на трейн. Насчет скилла Олега писать не надо, он силен всего лишь-то, ну, просто сейчас в дедлок играет. Поэтому трейн это реально классно, и я жду официальный ремейк этой мапы в официальном пуле CS 2.